сегодня... Не апрель, сегодня март. Солнышко, хорошая погода. Я вышла из своего хостела и направляюсь в Топаз. Прохожу мимо этих теплиц. Этих прекрасных теплиц, в которых скоро будут выращивать какие-то овощи. Вот. Дорога на Топаз. Топаз у нас будет с левой стороны. А пока вот иду. Сегодня солнечная, такая солнечная погода, такое настроение. Это мой дрозд, я там работаю. Это мясокомбинат. Я очень рада, я очень счастлива, что я приехала работать сюда. Мне тут очень нравится. Боже. Так что... в Топаз я уже почти пришла. Вот, Топазик. А еще на втором этаже есть китайский магазин, там вещи, всякие. Вот мой любимый Топазик.